Известная казахстанская певица Луина в Караганде. Такой подарок для своих посетителей подготовила новая французская столовая «Bienvenue». К слову, удивлять карагандинцев заведение начало с самого открытия. Здесь и игра на живой скрипке, и специально приглашенные гости. Амина Смакова с подробностями. В такой приятной обстановке проходит не один день в этом заведении. Сегодня это казахстанская певица Луина. Гости мероприятия просто заслушались ее пением. Расскажи мне, время вышло, почему сон стал мне лишним? Пригласим ночь, еле слышно. Луина – участница первого сезона популярного шоу «X-Factor». Певица успела полюбиться казахстанским слушателям своими песнями «Инопланета» и «Луна». Звезда отечественной эстрады приехала специально по приглашению французской столовой «Bienvenue». Сегодня для ее посетителей она исполняла свои лучшие композиции. Я бывала в этом городе, но на самом деле у меня очень много друзей из Караганды. Они такие же творческие, талантливые люди. Это Дария Акбарова, очень моя близкая подруга. Я думаю, что это ваша гордость. Вот, Турар, Рахимберлин, вот, по соседству у вас Андрей Тихонов. Ну, во-первых, я люблю этот город и хочу сказать, выделить, и это не лесть ни в коем случае, выделить, что здесь, правда, люди очень добрые и очень гостеприимные. Французская столовая «Bienvenue» в самом центре города. Заведение, отвечающее всем европейским стандартам. Уютное заведение, выдержанное во французском стиле, со дня своего открытия старается постоянно удивлять своих посетителей. Два раза в неделю мы проводим, стараемся на выходных что-то изменить. Ну, к примеру, допустим, вот вчера у нас была скрипка, живая скрипка. Сегодня, вот, как я сказал, уже гости из Алматы. Вот, то есть стараемся чем-то удивить. Словом, вечер удался, свободных столиков практически не осталось. Кстати, пустых мест не бывает и в обычные дни. За столь короткое существование столовая «Bienvenue» успела обрести постоянных клиентов. Ну, во всяком случае, уютно здесь. Хорошая кухня, различные сорта вин, визитная карточка заведения. А за искусной работой барменов, говорят посетители, можно наблюдать часами. Ловкими движениями бармены вращают шейкер, тем самым они превращают простые напитки в настоящие шедевры. Руководство французской столовой рассказывает, что сюрпризы еще не закончились. Чем именно удивят своих посетителей в Bienvenue в следующий раз, остается интригой. Амина Смакова, Алжас Габбасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.